Приветствую вас, мои дорогие друзья, мои соратники, мои любимые, моя семья. Я хочу с вами поделиться насчет ато-тренинга. Спасибо огромное, во-первых, Лариса, что напомнила, и спасибо огромное Татьяна, которая дала уже несколько мастер-классов по аудиотренингу, где она с нами поделилась своими знаниями, и так чутко, так заботливо она нам их передала. Я очень признательна, Татьяна, большое спасибо. Я сделала аудиотренинг на еще здоровее, еще увереннее, еще известнее и богаче, и я его записала от третьего лица. Разговаривая сама с собой, со своим внутренним сверхчеловеком, внутренним маленьким человечком, которому мало это в детстве говорили, было недостаточно, потому что это считалось, не надо портить ребенка, если скажешь много хорошего, он зазнается. Так вот, я говорю, ты, Виктория, ты еще увереннее в себе. Ты с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой ты становишься еще увереннее в себе, ты еще известнее в себе, ты еще богаче. И вот это вот прослушивая, когда вот этот голос ласковый и убедительный с тобой разговаривает, и тебя окутывает вот этой любовью и вниманием, это просто потрясающе. И я поделилась со своей дочерью, у нас был такой замечательный разговор по душам, что это просто необыкновенное. Так что спасибо вам большое за всю вашу дружбу, за ваше наставление, за то, что вы делитесь. И я с вами так рада поделиться, и я так рада, что вы в моей жизни. Удачи и дружбы с нами всегда, богатство и счастье, наша судьба.